Сегодня в Шадринске прошел третий инвестиционный форум «Малые города России-2012». Главной идеей остается развитие малых городов через эффективное использование всех ресурсов – промышленных, природных, человеческих, образовательных. В год 350-летия города на Шадринской земле собрались представители бизнеса и промышленности, учреждения профессионального образования, молодежных и общественных организаций из Москвы, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Началось мероприятие с открытия ярмарки. Она представила товары промышленности и сельхозпереработки из Шадринска и других городов Урфо. Инновациям в производстве посвящена отдельная выставка в фойе Дворца культуры. Затем состоялись круглые столы, пленарное заседание и деловые встречи. В рамках форума работала инвестиционная биржа Уральского региона.